Да, у нас набор для творчества сегодня. Моя маленькая сумочка. Очень интересный и очень классный. Это такой детский френч будем сегодня делать. С мышатами. Да. Ну что, распаковывай. Да. Давай, открывай его. Давай я тебе помогу чуть-чуть. Я сумку уже достала. А ну-ка покажи сумочку. Класс! Ой, такая ручка, она регулируется, да? Да, его есть. Да, длина разная может делаться. Вот такая. Что там еще в набор входит? Ага, в набор входит сумочка. Фломастеры для ткани. Да. И три набора блесточек. Нет, это не блесточки, наверное. Это глитерный клей называется. Ну да. Блесточками. Да. И мы будем сейчас делать сумочку своими руками. Разокрашивать эту сумочку на свое усмотрение. Посмотрим, что у нас получится. Ну да. Наверное, мы что-то на стол постелим, да? Интересно. Я сейчас... Фломастеры хочу открыть. Зачем? Посмотрите. Просто так, открыть из упаковки. Так, мы разобрали сумочку, подготовили ее к работе, сняли бантики, запрятали ручку, да? Да. Сначала чтобы будем... не испачкать. Конечно. Сначала будем разокрашивать фломастеры. Да, я беру для этого два цвета. Ну, что ты сначала будешь разокрашивать? Сердечки. Сердечки хочешь сначала разокрашивать? Ну, и давай. Розовый, и красный. Ну-ка, пробуй. Вот это розовый. Получается? А красный. Нет, это просто ярко-розовый. Так кажется, что он красный. Он когда подсохнет, он будет более розовым на ткани. Это уже ткань, это фломастеры для ткани. Они что, жидкие? Ну, не знаю. Вроде как нет, не жидкие. Ну, вроде. Ну да, для сравнения, рядышком разокрась красным сердечко, посмотрим, вот какой. Это маленькое. Ну-ка, разокрась. Они одинаковые. Да нет, не совсем. Ну, красный остается красным, а вот это сердечко такое. Ну, блин. Вот такие у нас получились сердечки. Красивые, малиново-красные, да? А, наверное, то, которое в центре, мы сделаем блесточки. Да, вот да? Ну-ка, давай, открывай, попробуем поработать с клеем глитерным. Я еще не умею. Ну да, мы еще таким не пользовались никогда. Давай, аккуратнее. Аккуратнее. Сильно не придавливай. Так размазывать надо. Такая тенечка. Как колбаска. Вот, теперь его надо размазать. Так, не получается. Чего? Ну вот так размазать его надо. Получилось. Все у тебя получилось. Ты просто не знаешь, каким пользоваться. Ну да. Ну да, оно высохнет и будет красиво. Ну, объемное да. Такое будет сердечко, да? Да, объемное. Я думаю, что ничего страшного, что мы прямо на фломастере его наложили. Я тоже думаю. Только надо будет потом постараться в него ручками не влезть, да? Да, то будут блестящие у меня руки. Ну да. А такое сердечко получилось, но еще плохо видно. А ну когда высохнет, оно будет блестеть красиво, да? Да, красиво. Не будет такой тянущийся. Какой-какой? Тянущийся. Ага, хорошо. Вот такой. Хорошо, теперь мы будем разокрашивать, наверное, мышек, сами ручки, ножки, ой, лапки у мышек желтенькими, да, фломастером? Да. Давай закрывай клей пока, закрути пока клей. Хорошо. Он нам пока не нужен. Он будем нужен. Сейчас. Нет, ну почему? Мы же еще будем одежки делать мышками интересные, да? Да. Такие у нас забавные мышата, да? Да. Что у нас
Мышки желтенькие, сыр желтенький. Теперь ленточку надо на сыре разрисовать. Ага, ты уже штаники разрисовала. Да, и коробенькая будет Да, работать надо очень аккуратно, чтобы руками не касаться того, той краски, того мастера и того гитерного клея, который мы разрисовали уже. Да? Чтобы он не касался, потому что все будет на руках сразу. Да, и будут у меня руки блестящие. Не надо лучше, да? Пусть будут такие руки, не блестящие. Ну да. Мне так лучше, не блестящими. С блестящими очень трудно делать все. Так. Ну что, получается? Ну да, получается. Только я не знаю, где сидержаться. Ну так, двумя пальчиками правильно придерживай замочку и аккуратненько разрисовывай. Ну что, получилось? Ну да, получилось. Ну да. Так, теперь нам надо платьечко и кофточку летним шатом, да, цветным? У нас есть зеленый глиттерный клей, но мы сначала, наверное, просто зеленым разокрасим фломастером, а сверху клеем, или как ты хочешь? Нет, я сделаю сначала вот этим, потом вот этим. Ну, так и сделаю сначала фломастером, а потом клеем, да? Да. Ну давай. Так лучше будет. Ну что, ты уже докрасила? Да. Кофточку, платьечко. Да. Так, ну что, бери черный, наверное. Мы решили сделать мышонку, попытаться полосочки на кофточке. Почему-то нам в наборе положили 3 эфитерных тени. Дай-ка я покажу, зайчик. Черный, зеленый и красный. Вместо, ну, сиреневый бы какой-то положили, или рыженький для мышат. Ну, ничего, будем делать. Включать фантазию, делать на свое усмотрение, да? Да. Для этого он и называется набор для творчества. Чтобы проявить творчество и сделать эксклюзивную сумочку, которой второй такой в мире не будет. Ну да. Делаем своими. Да. Ну что, пробуй делать. Или полосочки. Только аккуратненько. Я полосочки. Делай полосочки. Полосатенькую кофточку. Притягивай, так веди. И веди, Росечка. Не-не-не, сразу веди, доченька. Делаем вот такие полосочки на кофточке у мышонка. Сделали топики симпатичные. Теперь платьечко еще зелененьким будем украшать звездочками. Потом мы включим фонарик или свет и посмотрим, как оно будет блестеть на свету, да? Ага, мы еще тогда на каждое сердечко, в центре тоже по точечкам какие-то красненькие у нас. Клеем, ну, глиттерно. Вот такое, чтобы блестящая сумочка вышла, да? Да. Давай открывай зеленые. Хорошо. Будем зеленым красить. Платьечко. Платьечко. Такое красивое. Размазывай, не бойся. Получилось. Интересно, такое платьечко получилось. Зелененькое, да? Да. С листочками. Давай открывай мне красный, я попробую помочь тебе, сделаем сейчас еще на сердечках такие красненькие точечки. А потом покажем, как это все блестит. Ну, в общем, у нас получилась вот такая симпатичная сумочка с мышатами. Да, она блестит так на солнышке. Ну да, пусть она высохнет. И можно будет с ней ходить. Ну что, Роксоланка, тебе понравилась сумочка? Да, будешь носить? Да. Классный набор? Да. А вам, ребята, понравилось? Если понравилось, ставьте лайки. Ставь лайки, подписывайся на канал Алана Роксолана. Всем пока.